Наталья Лупа, представляющая Украину. Третье место в первом полуфинальном забеге женщин на 800 метров. Наталья, как ощущения? Ощущения хорошие. Я наконец-то, ну, как бы, как сказать, добилась того, чего, ну, то есть, мое желание было, когда я приехала сюда, чтобы попасть в финал. Я сделала для этого все, старалась очень сильно, и, слава богу, я в финале. Вот. Скажи, о чем подумала, когда увидела, что Алисия Монтаньо на первом круге 56 секунд? Я знала, что она поведет, я знала, что она выйдет вперед и будет лидировать. Но, как бы, в принципе, я наперед знала, что она будет так бежать быстро. И в какой-то момент, то есть я подумала, что почему я не побежала за ней. Но, наверное, если бы я побежала за ней, может быть, не добежала бы третьей на финише. То есть потому что и так у нас борьба была очень сильная за третье место и за второе. Ну, за первое, как бы, она была подальше, но второе, третье место у нас была борьба. И, наверное, как бы, по тактике я сегодня на 70%, может быть, пробежала правильно. Так как это 800 метров дистанция более тактическая, я каждый раз учусь и учусь. Вот, спасибо. Поздравляю еще раз, еще и с лучшим результатом в сезоне, и удачи в финале. Спасибо большое. Natalia Lupo is saying that she expected Alicia Montano to be very quick on the first lap, and she's saying at some point throughout the race she had a thought why she's not trying to catch her, but at the same time she's adding that if she would have tried, maybe she wouldn't have any left for the finish and to take the third place. She says that she accomplished what she wanted to make it to the finals here at the Worlds, so now in the finals she's just gonna try to execute to the best that she can. Thank you.